Я всех приветствую. Мы продолжаем проходить одиночные миссии Operation Flashpoint Cover Crisis. Сегодня у нас на очереди будет миссия Призрачный убийца. Нам надо будет в стелс-режиме обезвредить топливную станцию и топливный конвой. Здесь у нас есть маленькая история. Так, что нам нужно взять? Особо-то и ничего не нужно. Берем вот этот вот автомат, потому что он очень тихо. И нас могут не заметить, если мы кого-нибудь убьем. Alpha One, this is Swordfish Base. The convoy is due to ship out of La Trinity in 7 minutes. Repeat, you have 7 minutes out. Так, начинаем их потихоньку убивать. Нужно их попытаться как можно быстрее убить. Alpha One, this is Swordfish Base. The convoy is due to ship out of La Trinity in 7 minutes. Repeat, you have 7 minutes out. Так. В этом городе патрулирующих где-то 5 штук. Отлично. Главное быстро, чтобы они не успевали сообщить. А эта пушка, она... У нее какой-то глушитель бешеный, никто не слышит. Так. Подходим. Закладываем бомбу возле топливной станции, потом около конвоя ее взорвем. Один. Вот это вот мне не очень нравится. Alpha One, the convoy is now leaving in 5 minutes. Swordfish out. Ползком пробираемся. Ставим здесь и около станции. Вся трудность миссии заключается в том, что нужно убить патрулирующих. Все остальное довольно просто уже дальше. Этот танк, он не видит нас. Это, конечно, ни на что не повлияет, но для полноты ощущений.
где-то здесь. Хорошо будет видно. Прячусь как можно больше, как можно ближе к метке занять машин. Там машина стоит. Только смотрим. Конвой. Из Латринита, вот он как раз таки. Сверху поедет. Скипнем. Время. Ждем, пока он начнет двигаться. Вот нам сказали то, что он начинает там ездить. Начинало движение. Поэтому мы ждем. А вот он. Последний грузовик нам нужно уничтожить. Топливный. Танк там. Третий вот это не обязательно. Начинается. Первый грузовик, второй. Блин, слишком далеко отошел. Забыл я, что детонация на 300 метрах происходит. Слишком далеко отошел. Но так все равно мы все взорвали. И нанесли колоссальные потери для противника. Вот она, машина. Шкода, кстати. Без фар едем, естественно. Фара для слабаков. Доехать только до ближайшего города, и мы заканчиваем эту миссию. Если знать, что делать, то она очень даже легкая становится. Причем я пытался не убивать патрульных, но они меня все равно замечали всегда. Как бы вы ни старались, они все равно вас заметят, либо на отходе, либо когда будет проникать, заметят.